хочу удлинить болт. И никак у меня не получается сварить так, чтобы она была ровно. Все время где-то она на градус туда, градус сюда. И получается, как бы, здесь я ее варю, как бы, да, в этой, здесь. А когда начинаю закручивать, здесь прямо ее ведет. Но, как бы, у меня вот получилось относительно ровно, хорошо. Как я это сделал, как я добился этого? Взял просто, просверлил здесь. Взял отверстие деревянное, неважно какое, у меня просто кусочек палки был такой, я его просто отрезал, неважно какой формы. Просверлил того же диаметра, то есть прутка или, не знаю, чего, того, что вы хотите сварить. Просто делайте отверстие. Значит, с одной стороны вдеваем. Главное, чтобы ничего не шаталось. Значит, ставим в тиски. О, отлично. Может, еще покрутим его? Отлично. Сейчас здесь тоже приварим. Вот так. Вот что у нас получилось. Ровно, красиво.